занимаемся в группе адаптивной физкультуры Ольги Дмитриевны. И это уже второе мероприятие, которое мы проводим с нашей командой «Сахалин», хоккеистами. И наши дети, кстати, очень они спрашивали после прошлой игры, будет ли повтор еще. Родители, мы приводим своих детей в основном на хоккей. Мы их очень часто водим, и они знают, что это такое, знают, кто такие хоккеисты, знают, что это за игра, и они тянутся. Они же не только как бы особенные, но они же понимают, что есть люди, которые занимаются спортом, и они тоже к этому стремятся. Мы вообще игры не пропускаем, да, мы ходим на матчи, на домашнюю серию всегда.